Смотрите, наши головасики какие уже большие. Так где ты будешь отмечать? Дома. Дома? Друзей будешь звать? Да? По-новому сделали. Так я раньше не делала. Это на счастье, наверное, нам отправили. Такой талисман, наверное. Нет, не надо, все, я пошутила. Ксюша. А полочку не ударься, смотри. Сегодня солнышко. Также холодно. Тучки. Но уже вот обещают, что скоро будет погода хорошая. Мы так ждем солнышко. Так, ждем этого солнышка, а его нет. Не замерзла? Батареи еще греют. Да, еще греют батареи. Отопление еще не отключили. У нас еще прохладненько. Надо выключить. Скистильничек. Все. Последняя неделька, а потом каникулы. Смотрите, наши головасики какие уже большие. У них уже видно глазки. Не знаю, если вам видно, то вот. Они уже скоро похожи будут на лягушек. Вот так вот. Такие вот головастики тут плавают. Давайте, вставайте, девчонки. Пойдемте завтракать. И в школу. Как твои коленки уже заживают? А? Проехалась по асфальту на роликах. Роллер. Что ты будешь Ксюшку одевать? Ты сегодня ее стилист? Давай одевай Ксюшку. Ксюшка. Ксюньке скоро день рождения. Уже комары появились. Так еще холодно. Еще рановато. Сейчас Маргоша подберет одежду Ксюше. Ну, Ксюше скоро день рождения. Через месяц. Так где ты будешь отмечать? Дома. Дома? Друзей будешь звать? Да? Одноклассников? Домой? Точно? Ты же в кино хотела идти. Нет, в кино. Я хочу больше. А чего? Давай в кино пойдем. Ну, что дома будете делать? Скучно дома? Развлекаю его здесь еще. Я? Я думала, ты в кино пойдешь. Ксюша хотела в кино сводить одноклассников. Не трогай ее. Иди давай. Пускай спит ребенок. Какие? Это на один раз? Да. А здесь что за хлопья? Крутись. И вот, как вот эти. А это, которое у нас здесь большая пачка. Угу. И я думаю, что это сахар.
Да? Сладкие. Очень сладкие. Все, наливаем молочко. Вперед. Кушать. Тебе Ксюша разрешила ее кофточку надеть? И что? А что это ты вдруг? Каникалоны уже расплели, хватило на 2 дня. Теперь у тебя волосики кудрявые. Ненадолго хватает, они начинают пушиться. Волосики начинают вылазить из-под косички. Поэтому долго не походишь. Чё, иди кушай давай. У тебя шнурки длинные. Тебе не кажется? Да. Мне тоже кажется, что длинные шнурки. Сильно длинные. Километровые. Все, готов? Все, пока-пока. Привет! Каша у нас не шевелила. Не плавание? Нет? Почему? А, ты ошиблась? Как делишки? Холодно на улице? Нет, не холодно? Сейчас не так холодно. Портфели в школе, что ли? А нет, он Ксюша с портфелем пришла. Тест учитель сложный. На как, по какому предмету был тест? По немецкому? Сложный был? Да? Ну ты все сделала? Молодец. У вас не было теста? Когда последняя неделя перед каникулами, у девочек всегда тесты. Ну, в общем, как контрольная работа. У нас этой неделе у нас только изи. Так вы уже сделали, наверное, тесты? Да, мы все сделали. Это. А где эти ваши оценки, я не видела? На прошлой неделе мы каждый день, у нас каждый день почти был тест. А где оценки? Она еще не проверила. Что ты хочешь? Каролина хочет, чтобы я опять ей сделала косички. Ты как хочешь? Вот так вот, чтобы у нее у тебя были? А? Ты хочешь, чтобы я тебе их прицепила сюда? Да. Да? Только я не буду их распускать. Вот так вот я их тебе прицеплю, хорошо? Так, заплету в твои волосы. Давай попробуем. Давай. Да. Все, такая вот прическа у нас получилась. Нравится? Да? По-новому сделали. Так я раньше не делала. Длинные косички. Все, иди. Довольна? Так хотела? Да? Все, иди играй. Пока. А что надо сказать? Да, спасибо. На здоровье. Сейчас мы ее откроем. Посмотрим, что там. Да. Что? Интересно, да, что там? Да. Вот такие вот пакетики я заказала. Тут очень много. Чтобы вкладывать инструкцию по использованию слайма, чтобы вкладывать туда шармики, добавочки какие-нибудь, в общем. И нам тут пришел подарочек вместе. Это что такое? Ага. Что такое? Это счастливый пакет. Это на счастье, наверное, нам отправили. Это такой талисман, наверное. Такой. Я не знаю, кто это такой, но, в общем, это какой-то, наверное, видимо, талисман. Подожди, вот тут надо вытащить. Вот. Кто это такой? Повесить нужно куда-нибудь, ну, типа брелочка такого. Нет, это не на ручку. Нужно повесить. Да? Все, вот и все. Вы так долго ждали, хотели открыть, а это все, что там есть. У нас еще посылки идут. Очень много посылок для нашего магазина. Они уже не для слайма посылочки. Мы покупали посылки вообще для общего магазина. Школьную канцелярию, кстати, как вы и хотели. Просили вы школьную милую канцелярию. Также много всего интересного другого. Вот. Так что... Мама, это мута. Да, на твои косички. Так что скоро все придет. На этой неделе будут посылочки приходить. Это мута, вот так. Все?
Какого они хоть размера-то я заказала? Ну такого, ну да, как раз пойдет. Или это мута. Вот и все. Да? Вот, правильно, на гвоздик повесили. Все, нашли место. Мама! Здравствуйте снова, детишки. Жарко? Да ладно, не верю. Серьезно, что ли? Даже с этим жарко. Ну, я вижу, солнышко вышло. Все, тепло теперь. Смотри, лайкер у нас. Кстати, ребят, у нас Каролина теперь маленький лайкер. Да, и она на втором, да. Втором месте. Ну, я думаю, она скоро вас перегонит. Да, у нас Маргарита с Ксюшей на первом месте в Швейцарии в рейтинге. И Каролина на втором месте. Вон она смотрит свои видео. Пойдем мы на улицу. Солнышко вышло, обязательно нужно успеть погулять, потому что кто его знает, вдруг опять снег придет. Каролинка, а ты будешь обуваться? Ты что без башмаков пошла? А мы тут учимся кататься. Каролина уже пару раз повалялась. Тихонечку, не торопись. Они немножко ебольшеватые, но... Ну ничего, на вырост. Попка не болит еще? Нет. Нет? Шлепнулась два раза. Давай, возвращайся. Поворот. Вот. Молодец. Сама? Давай, только потихонечку. Ладно, я рядышком иду. Не торопись. Вот так вот учимся кататься. Я помню, Маргарита, она очень рано научилась. Она в 5 лет уже каталась на роликах. Ну вот Каролине 5 лет уже. Будем учиться. Опаля! Будем учиться и догонять сестричек, да? То есть сестрички уехали на роликах к подружкам. А тебя не взяли, потому что кататься не умеешь. Так что учись. Так его катаешь еще и роликами. Посмотри, какие они у тебя грязные уже. Я шандарахнулась. Я сначала там, хотела так и вот пау, упала. Тебе черные нужно покупать. Ну, я же черные взяла. Это синие. На синих все равно видно. Мама, я хочу надеть ботосы. Ботосы? Иди, а ты с собой взяла? Ну, иди, я тебе ключи дам. Потеряли мы зарядку. Провод был, чтобы заряжать. Теперь не можем заряжать ее. Поехали. Нет. Так и катаем. Сами толкаем. Да ну тебя, сиди давай. Я больше тебя не буду поднимать. Ты балуешься. Накатались? Да. Наконец-то. Время уже 8 часов. Шлем снимайте. Надо было там сразу разуться, да и все. Что? Не замерзли? Нет. Ты рисуешь? Да. Ты. Круто. Молодец. Кушать будете? А что есть? Супчик. Хорошо. Ксюнечка, телефон давай. А то так ты с ним и будешь всю ночь сидеть. Эй! Спать уже. Он не заряжает телефон. Я там буду заряжать, не надо здесь заряжать телефон. Тем более. Давай мне. И потом, мама, смотри. Что? Когда ты закончишь... Окей. Это будет 100 процентов. Окей. Окей, окей. Спокойной ночи. Что такое? Все, спать давайте. Ксения. Это кто, обезьяна, что ли? Вот твой друг обезьяна.
На. Я думала, ты вместе с ним прыгнешь. Нет, не надо, все, я пошутила. Ксюша. А полочку не ударься, смотри. Все, тоже хочу. Я тоже хочу. Все, давайте. Бедная обезьянка. Все, давайте. Папа мне мой палец просит, нужен, давайте. Отрезать. Нет, нужно ему разблокировать iPad, там только мой палец работает. Давай. Там твой палец не работает, мой палец работает. Все, спать. Спокойной ночи, всем пока, ребятки. Пока. Пойдем зубки чистить. Пойдем. Все, уже закончили игры, давайте спать уже. Посмотри, что сделали. Все время что-то строят, какие-то домики, игрушки, все сюда притаскивают, а? Вот здесь у нас в квартире нет ни одного места, ни одной комнаты, где бы они не играли. Они играют у Ксюши с Маргаритой, они играют у меня в комнате, они играют в зале. А, на кухне они не играют, на балконе и на кухне они не играют. Во всех комнатах в квартире они абсолютно во всех играют. Везде есть игрушки. Нет. Да. Нет. Я, честно, вообще не знаю, что делать. Вы везде играете, просто абсолютно везде. Это как так? А потом мама убирает, да? Да? Угу. Это не пистолет тебе, это самолет. Пойдемте зубки чистить. Ой, не прыгай, Макс, уже поздно. Нельзя прыгать. Давайте, пойдемте спать. Я уже тоже спать хочу. Пошли зубки чистить, Каролин? Да. Да, это не твой телефон. Нет. Пойдем. Мы уже сняли косички, чтобы она не спала в этих косичках. Встань, ты на них сидишь прям. Вот такие вот. Их приходится делать каждый день, потому что надолго их не хватает. Они начинают путаться, расплетаться. Поэтому на один денек хватает. Давай, пойдем. Откуда ты знаешь пароль Ксюшин? А? Вот так. Откуда ты знаешь Ксюшин пароль? Хитрая. Подглядела, да? Смотри. Ах ты хитруля. Подглядела. Вон, волосы выпадают из этого пениколона. Это. Угу. Все, пойдем спать.